То, что вот нам нужно было по подъезду, по своему этажу, попросили и сделали. Валентина Ивановна Овчинникова живет в девятиэтажном доме номер 6 по улице Пустовская с момента постройки, с 1993 года. С тех пор дом порядком поизносился. Недавно жители выбрали новую управляющую компанию. Она включила в план ремонт всех 4 подъездов и выполнил его. Прошло время принимать работу. Комиссия из представителей отдела развития ЖКХ, администрации, общественной палаты городского округа и областной ассоциации председателей советов многоквартирных домов осмотрели очередные подъезды, подготовленные к сдаче. От ступенек на входе до чердачного люка. Мнение жителей – та самая лакмусовая бумажка в определении комфорта проживания. Довольны проведением? Да. Неудобств не доставляли вам при проведении? Как обычно при ремонте. Терпимо, да? Терпимо вполне. Ремонт не по шаблону. До появления рабочих бригад жители решают, в какой цвет выкрасят стены, плинтус, какой будет плитка в холле. Так, в соседнем подъезде на Пустовской 6 попросили выкрасить стены в нежно-фиолетовый цвет. Долго ждали этот ремонт, и для того, чтобы получить этот ремонт, нам пришлось переизбрать управляющую компанию. Каждый подъезд вправе был выбрать свой цвет, что мы и сделали. На входной в группе в доме заменили двери на пластиковые с окном, поменяли освещение, но последний штрих все-таки внесли сами жители. Стали выносить цветы, столы с цветами, то есть развешивать картинки, вот, пожалуйста, всевозможные. В общем, все очень довольны, благодарим управляющую компанию, округ 17. Ремонт мест общего пользования, каким является подъезд, включает в себя несколько элементов. Это установка почтовых ящиков, отделка стен в те цвета, которые решают сами жители, полов, это должна быть плитка с износостойким покрытием, но и освещением, оно должно быть энергосберегающим. Запах свежей краски, непривычный пока что цвет стен и новое освещение. Эти приятные ощущения теперь испытывают жители 2 подъездов дома 15 по Пролетарскому проспекту. Реализация программы Московской области «Мой подъезд» продолжается в городском округе Щелково 3-й год. На данный момент из 392 подъездов, запланированных к ремонту на этот год, отремонтированы больше половины. В рамках программы управляющие компании получают компенсацию до 49,5% стоимости работ из бюджетов городского округа и Московского области. В настоящее время выполнено по факту 211 подъездов на территории округа. Это и на территории Монина, на территории Фрянова, на территории города Щелково. Для нас руководством является мнение жителей. Вот по тем подъездам, по которым у нас сегодня удалось провести проверку, радует, что все жители и наиболее активная их часть были довольны качеством проведенного ремонта, качеством, соответственно, работа своей управляющей компании. Чистенько, аккуратненько, люди старались, а главное, теперь люди видят, что как хорошо у них стало в доме. Выявленные в ходе осмотра замечания комиссия передала в работу управляющей компании. Самое частое нарекание – свисающие провода, ведущие в квартиры. Они должны быть убраны в короба. Есть о чем задуматься и управляющей компании, и провайдерам цифровых услуг. К сожалению, сталкиваемся мы и с работой провайдеров на местах общего пользования. Это прежде всего укладка слуботочных систем. Вот. Ну и, естественно, нарекания на управляющей компании, будут выданы сроки конкретного устранения причин и будет повторная проверка данных фактов. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.